Благотворительные концерты на рынке Ковалева общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» уже не в новинку. Стартовала эта добрая миссия в 2013 году. Здесь, на небольшой, но хорошо оборудованной сцене, проводят мероприятия ведущие коллективы не только Бреста, но и региона. Исполнители со всей области с удовольствием откликаются на просьбы организаторов, а иногда и сами предлагают свое участие. Мы уже с 2013 года проводим эти акции постоянно в поддержку этих двух детей. Не только проводим акции, но и перечисляем деньги. Они ездят на лечение. У нас есть желание помогать людям. И мы благодарны судьбе, что наше желание совпадает с нашими возможностями. На сцене в этот раз один из самых ярких музыкантов, успешных ведущих и организаторов Игорь Пашечко и группа Drum Rock Studio. Музыканты с удовольствием поддержали инициативу. В рамках концерта прозвучали песни Земфиры, ДДТ, «Машина времени», «Чешекомпания», «Аквариума», Гарика Сукачева и группы «Неприкасаемые». Что подвигло именно здесь? Мне очень нравится, что именно фирма «Лагуна», именно Ковалевский рынок, четко и адресно направляет свои деньги, вот, которые собираются вот, конкретным людям. Это видно, это очень здорово, что это все идет адресно. И не принять участие в такой акции, я считаю, не имеет смысла. Потому что я не раз выступал здесь с другими артистами, и сегодня Drum Rock Studio здесь принимает участие впервые в таком концерте. Поэтому для меня это очень здорово, для всех нас. Во время концерта зрители жертвовали свои средства на помощь двум мальчикам. Артем Колесников и Ваня Дубагри сегодня нуждаются как никогда не только в моральной, но и в финансовой поддержке. Лечение ребят обходится довольно дорого. Родители не в силах в одиночку решить этот вопрос. Жизнь и здоровье детей зависят от успехов регулярных курсов дорогостоящей реабилитации, которые необходимо проводить за рубежом. Они благодарны рынку «Лагуна» за организацию благотворительных концертов и ту финансовую помощь, которую оказывает непосредственно само общество. Помощь очень большая. Мы им очень благодарны. Без этой поддержки, без духовного и материального понимания мы бы не смогли, не достигли таких результатов. Поэтому, конечно, помощь очень большая идет. Мы очень благодарны каждому человеку, который нам помогает, потому что без их помощи мы бы не смогли бы. Это невозможно просто поднять такого ребенка на ноги. К сожалению, все стоит очень дорого. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».